Из данной области установлены старые металлокерамические конструкции, и пациентка испытывает дискомфорт в межзубных промежутках. Мы сделали исследование КТ, на котором стало видно, что в данных областях имеются парадонтальные карманы. Чтобы помочь пациентке, чтобы у нее пропали жалобы на кровоточивость и на дискомфорт в данной области, мы используем аппарат «Вектор». То есть проходим все участочки и с нёбной поверхности, и с щёчной. Обрабатываем все карманы, полируем, чтобы там была благоприятная микрофлора, и, соответственно, десна более плотно прилегала к корню зуба и к нашим конструкциям. Что такое парадонтальные карманы? Это промежуток между корнями зубов, которые становится все глубже и глубже. То есть в норме у нас его нет, и кость идет на одном уровне. А карман — это когда облик кости и десны, она все становится ниже, ниже и ниже. Туда забивается пища. Пациенты при этом испытывают дискомфорт, болезненность, наблюдают кровоточивость. И вот такие вот неприятные симптомы. Поддесневые зубные отложения, и чтобы нормализовалась микрофлора. Это наша вторая процедура. Первая процедура была 2 недели назад. Пациентка заметила положительную динамику. И вот мы продолжаем курс для достижения лучшего результата. Спасибо.